осадки, конечно же, превышают месячную норму. При том, что ежедневно, ежесуточно техника и люди работают, мы видим, в любом случае, нарост он есть, но это наша общая недоработка. Специальная комиссия вышла на обход дворов. Выходные принесли не только потепление, но и жалобы на снег. А его, как оказалось, с крыш некоторых домов не убирали всю зиму. При плюсовой, то есть при переходе температуры в плюсовое значение, эти шапки, получается, образуются в сосульке, в наросты, и эту работу проводим. На сегодняшний день, вот сейчас вот мы видим, управляющая компания АГП вычищает. Снег падает сам только с покатых крыш. Чтобы снежная шапка не свалилась, крышу нужно чистить заблаговременно. Домов с такими крышами 480, почищено 144. Кроме снега на крышах, в приоритете также пешеходные дорожки. Если есть техника, хорошо, в противном случае уборка ложится на дворников. Галина Фатхудинова убирает дворы трех домов. Тяжело чистить вручную? Тяжело. В чем основная тяжесть? Ну вот, например, сегодня снег же идет и идет, только почистим асфальт, до асфальта. Снег идет, опять приходится чистить. А сегодня погода такая, что снег тяжелый. Во время обхода руководители вместе с коммунальщиками осмотрели дворы разных управляющих компаний. Всего проверили 8 организаций. Небольшой квартал Ленина-Тимирязева был первым. Там всего 22 дома. Мы три раза в каждом дворе в этом году убрали. И вывезли почти 2800 кубов снега. В неделю в 4 раза наши работники АГП гидроподъемником. Мы вычищаем все корзинки полностью. Знаем, где снег падает. В большом маршруте квартал больше. Улицы Шевченко, Тукая, Ленина, Фахретдина. Обходы продолжаются по всем городским территориям.